Костя, ты готов? Постоянно, я без баллона. Ты без акваланга, блядь. Он не дышит, блядь. А что мы вообще, блядь, здоровались? Да, всем привет. Не, мы еще не здоровались. А теперь здороваемся. Всем привет. Всем привет. С вами снова бесславные ублюдки. Да. Бу. С вами Бу. 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 Короче, мы опять на спорте сегодня занимались. Кучнее, пацаны, кучнее. Бля, накачались, сука. Блядь. Накачались, пиздец. Мне уже страшно с ними пересекаться, блядь, здоровые, пиздец. В метро уже нам, сука, уступают место, блядь, как качкам, нахуй. Постоянно, блядь. А кто не уступает? Сразу же на кость. Сюда, блядь. Уже, короче, на нариков не похожи, блядь. Уже спортсмены нам, блядь, кричат. Здравствуйте, блядь. Махают, машут руками, блядь. Я вчера здоровался с велосипедистами. О. Кстати, да, привет. Велосипедисты. Да мне наркоманы вообще что-то, братан, уже не подходит. Да не надо, мы вчера, кстати, блядь. Были мы вчера, приезжали ко мне вчера пацаны, вот Саня приехал и Саня, нам приехали. Да. Вышли мы на, блядь, мазалей. Сколько мы прошли, 100 метров? Сколько мы их встретили? Реально, ебать, ебались, ебаный рот. Костя, давай, привет, блядь, Костя, да, привет. Тут твои фанаты, блядь, которые постоянно возле окон. Они и так, они были моими фанатами до этого постоянно. Нет, я имею в виду, блядь, на тем, на которые, блядь, я там поддерживал какие-то отношения, там, блядь, общался с ними, блядь, знаешь, именно. То есть в этих наркотических движениях, опять же, вроде бы их и на стороне держал. А сейчас они вообще даже ко мне не подходят. Они уже сдалека так, привет. И, валят от и тебя, валят, да? Сразу. Ну понятно, ты ж... Говорит, я с ними поддерживал какое-то отношение. А то, кто такие, я не могу понять. У тебя все были, блядь, твои фанаты, вот эти штымпы, блядь. Не, на самом-то деле он, кстати, красава. Он тоже такой, он близко, знаешь, он с ними сам по себе, что, ну, блядь, там, таблеточки. Они за таблеточками не ездят, братан. Они за закладками в основном ездят, но мы не друзья. Так нет уже таблеточек. Понятно. За таблеточки есть опять. Есть уже? Конечно. Появились? Уже с начала мая есть таблетки, блядь. У них счастье. То есть они там, блядь... Звонили Сереге, уже предлагали там, блядь, все, давай. А, блядь, да, звонили. Тебе, врачи звонят, сука. Да, да, кстати, ищи, расскажи, Серега. Пятого вечера. Серега, рассказывай, я по порядку, блядь. Короче, сидим мы, блядь, в машине, блядь, идет дождь, нахуй, блядь. Идет дождь, короче, круги, нахуй, ну, охуительно, мы пьем кофе, блядь, вообще класс, именно, люди ходят, мокнут, охуевшие. А мы сидим, музычку включили, Мияги, по-моему, да, или Пику, короче. Гео Пика. Да, ну сам факт, именно такая атмосфера, охуительное настроение, класс, блядь, именно мы втроем в тачке, сука. И тут, сука, блядь, телефон, блядь, звонит. Дельфинчик, блядь, с фонтаном. Да. Странно, блядь. Странно, блядь, номер не подписан. Кто бы это мог, блядь, быть? Хм, блядь, кто это же такой, сука? Алена, хуй там, блядь. Здравствуйте, Серега, там, это, ну, не Серега, Сережа, там, фамилию, блядь, назвала, блядь. Я сразу въебал, что это врач, потому что я узнал ее по голосу, блядь. И она мне говорит, у меня там есть, кстати, выходы, знакомые там, блядь, сейчас очень тяжело, ну, можно, короче, это, брать рецепты. Я ее сразу торможу, говорю, секундочку, ну, давайте не будем тратить зря время, вы будете там, ну, то есть я уже не употребляю наркотики. Она, да. Ну, и там удивилась. Начала. Да, удивилась. Типа якобы пожелала мне удачи, короче, там, блядь, пиздец, там это, а сама, блядь, думает, ну, сука, блядь, сука, блядь. Блядь, блядь, он говорил, что вы принимали легавые вообще? Да. Да. Когда, блядь? Да. Мы же тогда нахуй, это лето, блядь. Да? Да, конечно, блядь. Его участковый чуть не, блядь, это лето, блядь. Да, да, или вот, вот это лето. Ну, понятно, он увидел сразу, и шух, опа, и подлез, блядь, сука. И быстро ему дал понять. Я залез ему на спину, нахуй, блядь, и дал ему понять, нахуй, что нехуй вообще, блядь. Мне вот это то, что мне навязывало там, блядь. Ну, мы честные парни, блядь, хоть и бесславные, блядь. Я хотел вообще наебать, по кодексу навязывал, что у меня статья 187, блядь, что, короче, вообще там, что блядь, ты должен что-то, да, кому-то, от 7, да? От 7, короче, там, блядь, до 12. Отмечаться должен. Ходи, я говорю, от 7 до 12 лет отмечаться. Я говорю, это моя делюга, ты, с 7 до 12, что ты мне паришь, я говорю. А нет, там у тебя дура под накрутом реально, блядь, там, сука, пизданутый на голову, блядь. Какие-то два нарушения, блядь, за превышение скорости. За вождение, блядь, машины. Да его б судья бы засмеяла, если бы он тебя привел. Я тебе сейчас бахаю третье, короче, ты, типа, блядь, а за что третье он хотел тебе бахнуть? Ну, типа, блядь, распивание спиртных напитков. Нихуя себе, так ты же
не пьешь. Ну, она говорит, ну, типа, короче, да, типа, я вот такой пиздатый участковый, нахуй, блядь, да и тебе вообще класс, нихуя, там тебе расписываться не надо, я там вообще буду сам, нахуй оно мне надо, вот, ну, нахуя, у меня что, условно, или, сука, я постоянно под прицелом, блядь, меня где-то, ну, нахуй оно мне надо. Реально знаю, в чем дело, блядь. В чем? Он увидел все, блядь, понял. А, ты поздоровел, блядь. Он реально гей. Да, это понятно. Он ебаться захотел. Братан, так я ему говорю, блядь, ну реально, блядь, ну смотри, блядь. Да говорю, бля, я вас именно, блядь, в натуре. Вот, все вот именно милиция, полиция, там, хуиция, блядь. Ну, я вас, блядь, с детства, сука, блядь. Терпел. А может, ты его не встречал тут на гидропарке, там, где геи собираются? Ну, я там еще не ходил, там Костя бывал. Разве ты не видел Костя? Тебе вчера написал кто-то, что это Костя идет, блядь. Я что же ответил, что Костя это белый не может ходить, братан, белый только ходит, блядь. Прикинь, можно нормально нос. А ты до сих пор ебашишь, ты чухаешь, ты комарова гоняешь, блядь. Нормально, кофе пьешь. Короче, блядь, с прошлой жизни вот это еще, блядь, вот это, да, дохуя кумарит. А, кстати, сегодня, блядь, на спорт, нахуй, блядь, мы договорились. Что, да подожди, не перебивай. А если поцелую через маску, это нормальная хуйня будет или нет? Конечно. Вот если ты еще расскажешь, что Костя там был, я тебя реально буду целовать. Без маски. На этом, да, блядь. Смотри, ты меня, блядь, сбил с мысли, блядь. Итак, ага, понял. Короче, утро, а вчера мы договорились ехать на спорт утром. Когда? А сегодня утром? Ну да, сегодня утром, блядь. Блядь, честно сказать, блядь, Костя, блядь, как всегда уже, блядь, пол седьмого утра уже, блядь, такое впечатление, что он уже с пяти не спит, хотя подготавливался, блядь. Сам сонный, наверное, был охуевший. Блядь, такой был облом ехать, блядь, вообще не хотел ехать. Начал, блядь, выдумывать всю какую-то хуйню, думаю, сейчас скажу, блядь. Включил сценарик, реально. Наговорю какой-то хуйни, что у меня там вообще, блядь, голова болит, нахуй. Да и вообще уже мысли... Обама такие, жидкий, блядь. Да, Обама, сука, жидкий, блядь. Машину там надо срочно... Обаря с Обамой. Пиздец, блядь. Ну, кинотик нарик включился, реально. Да, тупо включился сегодня утром нарик, нахуй. Ну что, ты выключил его? Да, я его выключил. Я реально знаю, что хотел сделать? Ты еще не дошел, я его выключил. Я вообще думаю, короче, что я так и, блядь, вот не знаю, чего. Чуло, вот знаешь, такого хуйла, нема чуйла. Думаю, еду, вот подъезжаю под подъездом. Алло, я под подъездом. Ну просто еще не успел до 8, блядь, быть ну, на месте. Ты еще не подъехал, я его выключил, потому что вот это именно, кстати, надо, блядь, через. Вот когда появляется лень, надо, сука, через силу это делать. Только через силу. Это ты. Официально это я вывел гуся, да, я именно официально заявляю, блядь. Короче, что... давай базарок, нахуй, чтобы у меня был базарок. Кто да. пропустит тренировку, блядь, без, блядь, сука, повода. Тут Обама, сука. Обама. И едет на брат остров. Брат Обама, реально. Меня... брат Обама. Давай. Брат Обама. Кто проебал тренировку, вот это по этой хуйне, брат Обама, реально. Ну да, по это. Я пошел сам ебашить потом, блядь. На остров, нахуй. Да. Обомятом. Ну все, у нас нормальный договор, я считаю, что тренировки должны быть регулярно, блядь. Что-то мне эта хуйня, ты видишь, блядь, сука. Ты напомнил про геев, блядь, мне, сука, блядь. Кстати, я в системе. Нахуй у нас в каждом системе видео, сука. Что? Новый. Новая. Новая система, блядь. Нихуя себе. Не могу понять, что делать. Что делать? Ну так я смотрю, у тебя руки растут, запястья, нихуя себе, блядь, понятно. Кстати, блядь, ну ты, наверное, ты говоришь. Хватка, блядь. Сыки зубы, блядь. Ну так а я тебе о чем, блядь. У него в три ряда. Знаешь, что это самый опасный хищник в своей среде? Это оса или что это, блядь? Комар, братан. Только не тот, что. Оса. Вики, братан, покажи, какой здесь вид, блядь. Я вроде показывал. Вид охуенный. Смотри, короче, две башни близнецов, сука, блядь, он стоят. Да. Это киевские близнецы. Граждане вашему вниманию предлагаются тапочки. Шаурма. Сладкая вата. О, кстати, мы сейчас пойдем шаурму, блядь. Просить. Просить, бесплатно. Да, по бабах нету тупо. Вообще не могу. Даже на проезд нет. Последняя кофе, короче, что, прощаемся, пацаны, с нашими друзьями. Ну да, все, пацаны, да. Ребята, всем наверное, пока, все. Всем добра, крепитесь, всего наилучшего, короче, занимайтесь спортом, да, кто спрыгивает, крепитесь, мы с вами, пишите нам, подписывайтесь на канал, рассказывайте за нас, все, короче, пока. Всем добра, пока. California.
body to the wild, wild west. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Pack a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimps be on a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah.